за присоединение Молдовы к Европейскому Союзу? Нет, конечно. Нет, я не за. Почему? А вы посмотрите, как они живут, эти, которые в Европе. Все уже идут на дно, как говорят. Поэтому мы против. Я лично против. Хорошо. 20 октября вот вы пойдете на выборы. Что вы сделаете с бюллетенем референдума? Ну, или нет напишу, или... Наверное, нет. Скорее всего, я напишу нет. У нас был референдум в Гагаузии автономии. А при чем тут Молдова сейчас? Ну, это конституционный референдум, который определит... Пускай определяет Молдова себе. Мы определили Гагаузию автономию, когда в 2014 году за таможню ставится. Пускай они сейчас определяются Европу или Америку или куда-нибудь. Но Гагаузия — это же часть Молдовы. Ну и что? Она имеет право, там есть такой документ, что если Молдова потеряет, как его... свое государство, так он, Гагаузия обратно же, как вам сказать, имеет этот право. На самоопределение. На самоопределение, правильно. И вот и все. А скажите, пожалуйста, то есть вы пойдете на выборы, но бюллетень не возьмете? Если возьму, да испорчу его. Мы должны дружить со всеми, чтобы и с Россией, и Европой. И мы маленькая страна, кто мы такие? Зачем присоединяться к другим? Нам никто не даст свой хлеб. Поэтому нет даже выхода, нет пользы, чтобы мы вошли туда. Наши продукции Евросоюз мы возьмет наш. Они стараются сюда сунуть их продукция. Всегда надо выбрать тот путь, где народу хорошо и людям хорошо. Ну, на ваш взгляд, молдаванам где будет лучше, с кем? Я думаю, что мы народ маленький, мы должны со всеми дружить. И надо выбрать тот путь, чтобы всем было хорошо. За. Так, почему? Может, что-то поменяется за 30 лет. Как бы и Россия, и Европа. Пускай будут друзьями, почему? Мы же ближе к Европе, соединимся. Не обязательно ценности их брать, а повышать наш уровень жизни. Против. Почему? Везде ложь, все врут. Даже наше правительство ничего не сделало из того, что обещало. Я за независимую Молдову. Я за то, чтобы Молдова оставалась суверенной и независимой. Не будь она нигде, пускай остается такой, какая она была уже на протяжении 30 лет. 20 октября вы возьмете бюллетень референдума и... Воздержусь, скорее всего. Может, вообще не возьму. Не знаю, я не сторонник. Конечно, я за то, чтобы высказывали люди свое мнение. Если большинство так решит, значит, так и должно быть. Не хочу Европейский Союз. Хорошо. Ну, вы что, возьмете бюллетень 20 октября? Нет, не возьму. Против. Почему? Он мне не нужен. Почему? А зачем должен кому-нибудь, что другие над нами? Пускай вот так, как если будет этот, тогда и Молдова не будет. Будет другое название. Да, а я нет. Не только я, все не хотят так.